Привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я делаю обзор на такой замок Кантерлот. Замок принцессы Селестии и ее друга Спайка, дракончика. В этот набор входит сама пони, принцесса Селестия, ее друг Спайк, маленький дракончик, и огромный замок. Сейчас я буду про него делать обзор. В набор входит 40 аксессуаров. Вот, можете их рассмотреть. Вот всякие аксессуары. Вот эти аксессуары красивые все. Яркого цвета они все. И все хорошо сливаются с нашим замком. Вот тут сундучок. В нем расческа, духи и две заколочки. Еще есть вот такая гребеночка. Ее можно еще вот так вот надевать. И вот выглядишь как принцесса. Или можно ее вот в эту расщелину вот так вот вставить. Для красоты, чтобы было очень красиво. Давайте посмотрим сзади, как выглядит наш замок. Замок сзади выглядит очень красиво. Кстати, я еще хотела вам показать, что можно открывать вот такие дверцы. Вот так, раз. Открыл, вот так, чик-пок, на замок, и вот закрылись дверцы наши. Потом, видите вот этот цветочек в виде солнышка? И посмотрим теперь на трон. Берем цветочек, вот тут видно, всем, и лузик, и она наверху, наша пони. Вот так это сердечко работает, ой, то есть, простите, цветочек. А вот этот цветочек, его вот так вот взял, поднял и зафиксировал, вот, например, здесь. Или вот зафиксировал тут, чтобы не падало. Ну и, конечно, можно вот так сделать. Ну и как знаете вы, если вы смотрели мультик «My Little Pony», у принцессы нашей Селестии есть ее сестра, принцесса Луна. И в связи с праздником Рождеством... У меня еще один подарок, сияющая принцесса Луна. И вот, видите, у нее Кьюти Марка в виде кнопки. Нажимаем. Вот. Вот. И вот, она красиво у нас сияет, как новогодняя елочка. Да, красивая новогодняя елка, которая, наверное, в каждом доме стоит наряженная красавица. Вот, ну, давайте рассмотрим нашу коробочку. Здесь написано My Little Pony. Название принцесса Луна нашей пони. И коллекция Esper Equestria. Исследуем Эквестрию. Сделала вот эту пони компания Hasbro. Hasbro. На обратной стороне показана наша Луна не в коробке. Вот. И еще тут написано у нас про приложение My Little Pony. Это такая игра. Ну, тут написано ее имя принцесса Луна. Вот. И исследуем Эквестрию. Ну, в принципе, ничего интересного нет. Давайте все же откроем наш подарочек, нашу поняшку. Какая красавица. О, как легко открылось. О! Так, это отложим. Так. Сейчас попробуем... Ой, что там упало? Так, секундочка, подождите. Что-то неудобное. Возьмем, достанем нашу поняшу. Она очень тяжелая. Правду говорю, она тяжелая. И мне кажется, ее придется аккуратно доставать. Ой, как легко досталось. А грива, ой, мягкая какая. А крылышки. Вот какая красивая у нас принцесса Луна. Только голова у нее не поворачивается. Зато рог вот так вот дрожит у нее. Крылышки. Но они не эластичные. Вот красивая наша пони. Такая прозрачная. И вот для приложения сердечко такое. Вот эта сестра, вот этой нашей пони. Вот она. Принцесса Луна.
Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока! С Рождеством! Всем пока! Пока!